Всем привет! Меня зовут Юлия Север, и это рубрика «Афиша». Куда отправиться в эти выходные и что посмотреть? Парочка идей поделюсь прямо сейчас. В эти выходные актеры Самарта будут размышлять о вечной проблеме отцов и детей. Базаров в исполнении Алексея Меженного выглядит очень современным, как, впрочем, и другие герои постановки. Когда внимательно вслушиваешься в текст Тургенева, в очередной раз убеждаешься – классика не может стареть. Спектакль «Отцы и дети» 28 и 29 ноября в Самарте. Театр кукол в ближайшую субботу приглашает на спектакль «Крошка-енот». Он маленький, но очень храбрый. Однажды мама попросила его сходить к быстрому ручью и наловить раков на ужин. По дороге крошка-енот встретился с дикообразом, скунсом и обезьяной. И еще с тем, кто живет в пруду. Смог ли крошка-енот принести раков на ужин и увидеть того, кто сидит в пруду, узнают только самые смелые зрители спектакля. Не пропустите. 28 ноября. Полюбившийся зрителю спектакль «Роддом» на сцене Самарской площади ожидает вас 29 ноября. Спектакль является победителем театральной премии зрительских симпатий «Браво» в номинации «Любимый спектакль». Обаяние и новизна пьесы в том, что кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую, обязательно хорошую жизнь. Смешно и со смыслом. Воскресенье. Самарская площадь. Спектакль «Роддом». Вечер кино заготовил для вас телеканал «Самара-ГИС» в это воскресенье. В 20:00 романтическая комедия «Представь нас вместе». Хек и Рэйчел – пара, кажущаяся идеальной. Они уже решаются связать себя узами брака и уже стоят на алтаре. Но в этот момент Рэйчел замечает в толпе присутствующих фигуру, заставляющую ее усомниться, а того ли мужчину она все-таки выбрала. Сюжет, надо отметить, непредсказуем. Не пропустите фильм «Представь нас вместе» 29 ноября в 20:00. Далее в 22:10 драма «Одна девушка на двоих». Героиня фильма – ведущая прогнозы погоды по ТВ Габриэлла. Влюбившись в старого писателя, не готова разделить ее чувства до конца, пускается во все тяжкие. Женская гордость или глупость заставляет девушку выйти замуж за нелюбимого. Чем обернется эта ситуация, узнаете воскресным вечером. Смотрите в 22:10 кино на телеканале «Самара-ГИС». На сегодня все. С вами увидимся в следующую пятницу в программе «Афиша». Не скучайте. Пока.